В системе наряда Пусков мы архивируем старые наряды, и чтобы систематизировать их, мы складываем их по месяцам, а затем по нумерации. В случае, если произошло происшествие, мы находим наряд в базе данных, затем ищем в архиве, и мы легко находим его. Таким образом, мы получим информацию, где и какие проводились работы, и кто был вовлечен в эти работы. Закрытые наряд-допуски хранятся в архиве год, а наряды, на работы, в ходе которых произошли несчастные случаи или травмы, должны храниться в архиве вместе с материалами расследования происшествий или травмы 45 лет. Лин делает работу легкой.